Вымышленная вселенная Покемон выполнена в антураже альтернативной современности, но в этом мире живут особые существа – покемоны. Покемоны в меру разумны, некоторые умеют разговаривать. Они бывают разных видов, на данный момент по играм, манге и аниме их известно 802, и обладают сверхъестественными способностями, у разных видов они разные, помимо этого, они могут принадлежать к различным типам, к категориям по стихийной принадлежности. Также доказано то, что покемоны являются бесполыми существами. От типа покемона зависит то, способности какой стихии присутствуют у него, а также то, против атак какого типа он устойчив или слаб. Например, огненному покемону атаки травяного или ледяного типа нанесут несущественный урон, но при этом он будет слаб против водных или каменных атак. Возможна принадлежность покемона сразу к двум типам, при этом он сохраняет ряд их особенностей. Если покемон побеждает в битве, он получает опыт, при достижении определенного количества опыта у него повышается уровень, а значит, и характеристики. При определенных условиях, при достижении определенного уровня, при использовании предмета и тому подобное, покемон может эволюционировать, преобразовываться в развитую форму, которая сильнее предыдущей и считается самостоятельным видом.